1 ноября в киевском клубе «Атлас» состоится конференция «Финтех Украин 2017». На мероприятии обсудят популярные в последнее время финтех-темы, такие как необанкинг, новинки рынка платежей, альтернативное кредитование и многие другие. Цель конференции «Финтех Украин» – создать нетворкинг-площадку, на которой технологические предприниматели, банкиры, блокчейн-энтузиасты, инвесторы, юристы и финансисты смогут познакомиться и объединить свои силы для создания качественно новых решений, отмечают организаторы «Финтех Украин 2017». Спикерами мероприятия станут представитель Альфа-банка Украина, представитель НБУ, финтех-консультант и другие.